рассаду горянки юнга крупноцветковой лилахи высаживают в плодородную рыхлую почву на достаточно освещенное место весной либо в середине осени. При посадке важно между растениями придерживаться расстояния до 35 см. Ведь многолетник разрастается в диаметре до 40-45 см, а в высоту достигает 30 см. Цветет горянка юнга крупноцветковая лилахи с мая до июня лиловыми цветочками. На одном кусте одновременно зацветает от 4 до 15 соцветий. Используют культуру в оформлении бордюров, теневых цветников, каменистых садов, в роли почвопокровного растения для небольших участков. Горянка юнга крупноцветковая лилахи это травянистый высотой 30-35 см. Цветет растение в месяц май, июнь, окраска цветка фиолетово-сиреневая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.